Привет, Маша, а что ты делаешь? Я выбираю кисточку, чтобы порисовать. Я хочу с тобой. Давай. Сегодня в нашей студии проходит мастер-класс «Картина маслом для начинающих». Этот мастер-класс мы проводим специально для людей, кто хочет попробовать написать картину самостоятельно именно масляными красками. Человеку не требуется абсолютно никакая художественная подготовка. Главное желание сделать что-то своими руками. Вот, именно для начинающих. На нашем мастер-классе за 3 часа человек полностью создает свой шедевр, пишет картину маслом от начала и до конца и уносит домой готовую картину. Давай с тобой сейчас сделаем дальний план. Да? Надо нам обозначить, видишь, толщину леса, линии. Нарисуй кисточкой толщину леса. В пейзаже очень важно передать перспективу. Обычно, когда пишут пейзажи мастихином, кисточкой выполняют дальний план, а мастихином объемы краски, да, накладывают на переднем плане. И у нас получается визуально вот такая вот перспектива. Давай с тобой сделаем деревья вот эти, дальний план. А потом, когда мы их сделаем, мы нарисуем стволы деревьев по ним. Угу. Ну-ка, давай сама. Прикладываем, вверх проводим. Вам нравится, как вы сегодня рисуете? Ну, знаешь, я как, наверное, как скромный человек, я не могу хвалить свою работу. Но я могу сказать, что она мне доставляет безумное удовольствие. Очень сложно работать первый раз мастихином, но я думаю, что я научусь. Как ты считаешь, у меня получается? Вы до этого уже рисовали? Нет, к сожалению, это первая моя работа масляными красками. Но я уже рисовала акварелью и гуашью. А что вы рисуете? Ну, здесь пока не совсем все видно, но это будет такой мост, а по бокам дома. Ян, тебе понравилось? Да, а тебе? Мне тоже очень. С вами были теледетки-художники Маша и Яна.